Вот так юные казачата приветствуют пополнение в свои ряды. Кадетскую форму вручают вчерашним детсадовцам настоящие казаки. Уже 1 сентября на торжественной линейке новобранцы предстанут в новом обличии. Рядом с будущими школьниками их родители. И у каждого есть веская причина, почему именно их ребенок пошел в казачий класс. Наш выбор сделан не случайно. В казачий класс принимали решение мы вместе, всей семьей, совместно с нашим сыном. Наш сын в дальнейшем хотел бы стать военным человеком. Мы знаем, что здесь очень большое внимание уделяется воспитанию, уделяется большое внимание патриотическим чувствам ребенка, уважение к старшим, любовь к нашей родине. Вот это были основные критерии выбора. Уже после торжественной части молодые казачата проследовали в свою аудиторию, где священнослужитель осветил помещение и дал напутствие ребятам. Классный руководитель первоклашек заметно волнуется. В этой школе Любовь Шурыгина отработала более 25 лет, но подобного опыта еще не было. Говорит, что для нее это не только большая ответственность, но и честь. Вообще в наше время сейчас нужно очень большое внимание уделять патриотическому воспитанию. Это необходимость возникает из-за состояния нашей России, Кубани, и поэтому нельзя упускать нашу молодежь. И поэтому я считаю, что эти классы надо открывать. И, ну, естественно, чтобы учителя шли в эти классы сознательно, чтобы сами все через себя пропустили. Лично мне это так близко. Я, можно сказать, патриот своей страны, Кубани, своей школы, поэтому я шла на это сознательно, на этот класс. Пока будущие казачата готовят свои выступления, посвященные Дню знаний. Ну а настоящими кадетами они станут 21 сентября. В этот день возле стелы воинской славы они принесут казачью присягу и получат от казаков погоны.